приехали себе выбирать домик. Это первый вариант. Вроде неплохой, очень красивый вид. Бассейн. Вариант номер два. Так, ну мне нравится. Бассейна не вижу почему-то. А, вот он. Но не... Мы приехали смотреть первый гестхаус. Здесь такой вот шикарный вид. Посмотрим, что там. Бассейн и бунгало. Так вот происходит съем жилья на Бали. Иди смотри, говорит, там, ну там видно. Ну, вам ничего, конечно, не видно, но нам видно вот в грязной окошке. Если вот хочется что-нибудь приготовить, покушать, и покушать, то вот такое вот... Вот такое вот место. Здесь кухня, плитка. И кисы балдеют. Лежат у нас, да. Хороша жизнь. Поехали. Нету. Нету? Ну, она сказала, что забронировано на 3-5 дней. На двух высоких мостах. Пришла я сегодня опять сдавать вещи. Так это все выглядит. У нас на райончике прям. Если вдруг когда-нибудь вы окажетесь на Бали, то я вам советую просто вот этот вот ресторанчик. Здесь очень вкусно готовят. Я вот сегодня буду пить арбузный фреш и кушать пасту болоньеза. Уж очень хочется русской кухни. Такой вкусный-вкусный. Здесь вот прям практически в каждом кафе есть свой налог, сервис. Здесь вот он 6%. В общем, мы покушали болоньезу, выпили 2 фреша, всего 149 тысяч рупий. Дождевой человек! Давай, давай, давай. Вот это я понимаю, женщина, да, пришла. Настроение принесла. Все нормально.